Добрый вечер. Ну что, мы начинаем трансляцию матча Hellraisers против Balkan Birskorleone. На данный момент уже сделано 2 пика командами, и в баню отправилось по 4 героя. Собственно, в начальной стадии пика вы сами прекрасно видели. И осталось мне только озвучить. В баню отправляется у нас Бэтрайдер. Отваливается также Снайпер, Висп и Венжфул Спирит. Со стороны команды Balkan Birskorleone. Чен, SF, Бристл Бэк и Легион Командер. Давным-давно ее не видели, появилась. Правда, появилась в бане, в игре, конечно же, ее не будет. По пику, на данный момент у команды Balkan Birskorleone. Дазл, Брудмазер и Тайт Хантер. Со стороны Hellraisers, Тролль Варлорд, Энигма и Кентаур Варранер для команды Ашер. Ну, по-моему, Дред что-то дозадумал. Комбина уже вырисовывается. Энигма имеется в пике. Это обязательный шоу-тайм. Собственно, все необходимое, все по гайду, все по фэншую, все как Дред прописал. Рубик четвертым пиком залетает для команды Hellraiser. Только хотел сказать, что Тайтхантера нет. Вот был бы Тайтхантер в паре к Энигме, было бы великолепно. Туда, может, еще какой-нибудь шейкер бы залетел. Ну вот, пожалел я, что нет Тайтхантера. Через секунду появляется Рубик. Появляется Рубик, а что это означает? Это означает, что Рэвиджи все время будут у Hellraisers. И Тайтхантер будет еще учиться у Рубика давать Рэвидж. Ну, мне так опять же кажется, и мне хочется в это верить. Транслируем мы, разумеется, Joint Dota MLG Pro League. Это первый сезон. У нас европейский дивизион, группа А, и команда Hellraisers на первом месте идет на данный момент. Я чуть-чуть попозже выведу таблицу, но пока что, верьте мне на слово, у Hellraisers 100% показатель винрейта, 3 игры сыграно, 3 игры выиграно. У команды Balkan Birskorleone, которые идут за Hellraisers, тоже сыграно всего 3 матча. А так вообще в группе по 5, по 6 уже команды сыграли. Так вот, у BBC сыграно 3 матча и 2 игры. Выиграна 1 ничья. То есть всего 1 поинт уступают они Hellraisers, что, в общем-то, делает игру до ужаса интересной. И реально борьба будет за первое место. Проигрывать Hellraisers нельзя. Тут ни в коем случае отдавать номинальное лидерство в группе — это вообще не вариант и не камильфо для Hellraisers. Разумеется, катка должна быть лютейшая, и я очень хочу в это верить, что увидим мы нереальное количество экшена. Лучше, конечно, будет, если игра подлится минут 30-40, чтобы насладиться удовольствием. Но по факту с таким пиком, возможно, и минут 15-20 хватит одной из команд, чтобы снести своих оппонентов. Варлок улетает у нас в последний бан от Balkan Birskorleone. Не хотят они Global Strat'у, не нравится им то, что может предоставить Дред. Тут сказали, Горец на пике. Нет, Горец не будет на пике. Я думаю, что на пике, скорее всего, Дред. Он, в общем-то, там вроде как руководит всей вечеринкой. Ну, последний пик для команды Hellraisers. 18 секунд остается у Дреда и компании для того, чтобы решить, кто же будет. Ну, на мид пока что, в общем-то, нет персонажек, насколько я понимаю. Если, конечно, тролля не отправят на мид. На сложную, наверное, пойдет кентавр. Ну, надо либо мид персонажа, либо фармящего. Акс появляется. Хорошо. В принципе, все хорошо. Собирать вокруг себя, слоуить, стопить, разваливать дальше всех в черную дыру. Ну и на закуску Рубик глядит, чего-нибудь под прикрадет. Ну, последний пик для команды Balkan Birskorleone. Тут по лайнам тоже абсолютно темный лес. Бруда наверняка непонятно теперь, куда отправится Бруда. Тайтхантер обыкновенно клиент для сложной линии. Ну и Бруда тоже относительно для сложной создана. Ну, Бруда может пойти, в принципе, и в легкую пофармить. Дазл есть на подсейв, Сайленсер тоже имеется. Ну, глянем. Мида, как такового, я пока не вижу. Если, опять же, BBC не решили у нас Сайленсера отправлять в мид. Тогда непонятно, чего ожидать от этой команды. Ну, еще минута 20. Ждем. Кто, в общем-то, по этому пику мог бы быть полезен? Лесника как такового нет. Чена забанили. Ну, ничего брать здесь смысла, наверное, нет. Энигма уже в пике Hellraisers. Лес, наверное, отпадает. Хотя, может быть, устроить какой-нибудь сплит-пуш. Бруда имеется. Можно будет и Фуриона, например, пикнуть.
летать по всем лайнам, стараться разносить. Но тогда по факту драться практически некому и нечем. Ну, до Литы. Мипо от Балкан-Бирскорлеоне. Приплыли. Все вообще перевернулось с ног на голову. Команда BBC укомплектовалась. Dazzle, Broodmother, Tidehunter, Silencer и Мипо для Миракла. Со стороны команды Hellraisers. God Demon сыграет на Enigma. Арты сыграют у нас на Тролле. Рубик для Дреда. Афонинджи играет на Аксе. И Горец играет на Кентавре. Афонинджи на Аксе мне не показалось. Это Акс в миты или это Акс вообще в какую из сторон у нас направится? Ладно, не буду гадать. Может там Hellraisers что-то поменяли по лайнам себе. А может поменяются, свапнутся персонажами. Но то, что Афонинджи на Аксе, меня немножечко... настораживает. Ну, Миракл тоже, в принципе, персонажа оторвал себе. Прости господи. Ну, разбираются. Ладно, разбирают у нас персонажи. Леви уже забрал Дазла. Последний пик для команды Hellraisers. И мы, собственно, начинаем. Катка должна быть великолепная. У меня немножечко подгулявшее состояние по вопросам простуды и прочей-прочей ерунды. Сижу, попиваю фармацетрон, стримлю в шарфе. Если бы кто видел, наверное, засмеял бы и не стал бы слушать. Но именно для этого и отсутствует вебка, именно для этого я не появляюсь на ваших экранах. Ну ладно, по персонажам разобрались, я думаю, все будет в порядке и по самочувствию. Покричим, это самый подходящий, по-моему, случай, игра Hellraisers. Наверное, одно из наиболее ярких, я не говорю одно из самых сильных, но одно из наиболее ярких команд вообще... В СНГ. Россия, Украина, Беларусь. Собственно, ярче Ашеров пока что никого не наблюдаю. Там в Европе, конечно, есть секреты, которые удивляют. Но так как делают это на СНГшном поприще команда Hellraisers, такой команды не было давным-давно. Ну и понятно, собственно, понятно, кто там всем руководит. Куда парад ведет Дред, туда, собственно, парад и двигается. Ладно, все, переходим непосредственно к матчу. И обзор у нас на Silencer. Miracle у нас играет на Мипо. Леви играет на Дазлин. На Бруде будет отыгрывать Падриньо и, конечно же, Массакари играет у нас на Tidehunter. Все-таки Тайд отправился у нас в сложную. Куда идет у нас Таракаша? Broodmother пока что в лесу, но... Я думаю, будет фармить легкую, скорее всего. Ну да, так и получается, фармит легкую. И обзор, я думаю, может, в принципе, смело... А пойти помочь Тайдхантеру. На миди у нас черти что будет происходить, если Афонинджи... Ну, Афонинджи на Аксе. Собственно, чего еще ждать? На мид идет у нас Афонинджи. Здесь на мид, внимание, идет Миракл на Мипо. Мипо против Акса на миде. Мне не показалось. Я думаю, я только жду этого часа, когда они здесь встретятся. И дальше уже могу стопроцентно утверждать, что теперь я, пожалуй, видел все. Ну, здесь в легкой фармить будет Артес у команды Hellraisers. Ну, так настреливают по Афонинджи. Он, в принципе, все равно деревянный. Ничего, Аксу просто так не будет. Стаутшилд имеется, тут дэмэджа практически не внесли. Дред на Рубике. Вся надежда. Ревэдж и только Ревэдж. Больше толком ничего не интересует. Ревэдж или Грейв. Хотя и Масс Сайленс, но Масс Сайленс, конечно, не дадут. Украсть это вообще была печаль полнейшая. God Demon съедает крипа, а Афонинджи остается на миде. Ну и здесь я обзор вместе с Мираклом. Даблайта или соло Миракл. Я думаю, скорее всего, соло Миракл левел must have. Для такого персонажа, как Мипо, и обзор у нас уже будет настреливать Афонинджи. Ну, дабла-то дабла вообще. Кого Афонинджи только на контрхеликсе не вертел. Настреливают, наваливают. Но я обзор очень дотошный. Уже, по-моему, ударов 6 или 7 провел по Афонинджи. Там еще не забылись раны вот здесь на руне. Сколько раз стрелял я обзор по Аксу. Ну, стоит, терпит. Ну, а пошел Аксом на мид, стой, терпи. Собственно, понятно вообще суть этого избиения. Я обзор, кстати, получал еще от вышки. Ну, выйти Афонинджи соло не получится. Надо какой-то подсейф, надо какая-то помощь. Приносит себе банку, потому что... Стоять, мягко говоря, неприятно. Массакри на сложной. 2 на 0 крипстат. Артес 1 на 1 крипстат. Артес пока что крипам не подходит. С рейнджи атакует. Падриньо 2 на 1. Что здесь? Здесь у нас Горец находится. У Горца 3 на 1 тоже
Крипстат, ну, относительно ровненький. Пока что впереди планеты всей у нас Миракл. У него 8-1. Крипстат против него Акс. У Акса всего лишь 3-0. Загрил у нас Афонин же Миракла. Ну, надо бы попытаться настучать. Правда, крипы не те совершенно крипы. Пуф в голову Афонинджи и, скорее всего, заберут. Еще один удар, и Афонинджи погибает. И обзор здесь тоже может развалиться. Ну же, долети до тика. Нет. Все-таки обзор доковырял у нас. Афонинджи обидно и досадно должно быть Аксу. Вроде бы Сайленсер, вроде бы вообще не персонаж. Но на ранних левелах через глейвы просто изуродовал. Постепенно по кусочку отковырял от Афонинджи. Афонинджи... первый фраг отдает команде BBC, и тут уже два Миракла. Просто два Миракла, третий левел сразу же забирает у нас. Ну, в это время где-то Сайленсер погиб, Сайленсер отдался у нас Рошану. Это, в общем-то, не в счет. Это я же удивился, 1-1. Гадем стоит здесь, Массакари пропустил вперед себя, чтобы по спине просто бить. Странно, Гадем то ли альтабался музыку, включал в ВК, то ли просто засмотрелся, насколько красиво... Дота мир. Странная ситуация. Пропустили. Спокойно у нас вперед Массакари. Ничего толком ему не сделали. Он возвращается на свою сложную. Со стороны команды Ашер. Тролль. 12-2 крипстат. На втором месте. Уступает только Мипу. Мипу не уходит у нас с лайна. Где второй мипарь? Второй мипарь пошел, я так понимаю, делать мультиспауны. Ну и все у него прекрасно получается. Дальше через пуфы все это будет забираться. Короче, у HellRaisers действительно на повестке дня сложнейшее задание. Решать вопрос с Мипо. Это совершенно не просто. Так, Миракл, сетка есть. Сетка пока не летит у нас в Акса. Загрел на себя. Поджег у нас одного из мипарей. Но тут лоу хп, правда, живет. А Афонинджи на лоу хп. Еще один фраг от Ябзора. Что ты вообще будешь делать, Сайленсер? Сайленсер стоит, не фармит. Фармит Мипо, Сайленсер просто убивает Акса. Нон-стоп по КД у нас уже второй раз отъезжает Афонинджи. Ну, здесь отомстит Годдем за своего товарища. Еще один удар. Еще один удар бы. Миракль выживает. 40 хп. Мипо отправляется под фонтан хилиться. Жуть какая-то творится. Афонинджи, бедняга, терпит-терпит. А Миракл не... А Малифейс... Ни, собственно, и Данолы не берут. Но здесь заблочили спаун. Хватит. Подумали, что хватит. Уже Тайтхантер даггер свой пускай попозже выносит. А то как-то слишком хорошо дела у команды BBC идут на данный момент. Напомню еще раз. Эти команды делят первое и второе место в европейском дивизионе в группе А. Опять Афони же начинает получать. Опять все через эти чертовы глейвы. Ух, не знаю, не было ли ошибкой ставить Акса на мид... Если бы в соло стоять против Миракля, это все понятно. Но стоять в дабле, и обзор постоянно настреливает, Акс просто по куску своих хп теряет. Так, Кентавр у нас проседает от Падриньо, застопил, ну Леви бежит и гонит его. Может быть и уйдет. Кент, да, Poison Touch есть, дотикать не должен. 17-9 хп, выживает у нас Горец. Тем временем Тролль Варлорд вместе с Дредом разобрали у нас... Тайтхантера. Есть возможность посмотреть. Давайте посмотрим, как умирали кумиры. Умирает у нас Тайт прямо под своим тауэром. Все в порядке. Счет не сравняли, потому что один фраг сделал Рошан. Это вообще не считается. Так, Миракля у нас на себя заагрил Афонинджи. Ловит Сайленс, и отсюда надо бежать. Миракл гоняет Афонинджи по миду. Как же сложно здесь стоять. Поймали в сетку. Выходит у нас Гадем. Гадем должен сейвить тиммейта. Миракль бежит у нас. Афонинджи, ну же! Агрит, но мимо. Миракл опять на соплях полнейших уходит из файта. Что он вообще себе позволяет? И теперь Гадема загоняют. Поджигает у нас еще раз Миракл. Правда, он отъедается танго. В принципе, не сильно по хп проседает. Разваливается у нас тем временем Энигма. Гадем хотел помочь товарищу. Гадем за товарища и умер. У Сайленсера. Плюс 6 уже по интеллекту. Какого вообще хрена? 5 минут сыграли, Сайленсер без крипов, без ничего, идет со счетом 3-1. Здесь кое-как смогли Массакари расковырять, возможно, сейчас будет повтор. Так, Артес у нас уже проюзал ульту, надо гнать Массакари, у него 4-й левел, Ревейджа нет, уйти отсюда вряд ли получится, да. Артес забирает еще один фраг для себя, 2-0-0 у мейн-керри команды HellRaisers. 3-3, 6 минут, 6 фрагов, все нормально. BBC немного по золоту выигрывают. Чуть более 500 по экспириенсу
менее 1000 впереди команда Hellraisers. Где находится Miracle? Куда он? Так, у нас Дазл тем временем развалился. 4 на 3, но здесь еще и Акса забрали. А Фонин же уже не знает, где умереть. Нашел выход, пошел на нижний лайн. На нижнем лайне слился. У Падриния 0-0-1. А Фонин же у нас погиб от Ябзора. Да, доминейтинг у нас. И тем временем Энигма разбирает у нас Тайтхантера на сложную. Но Тайтхантер умирать как с горы катится. Пропустили. Ничего страшного. Не буду перематывать. По-моему, обыкновенно у нас умер Энигма. Да, умер через Блэк Холл. Но такое пропускать, это, конечно, провал. Черт возьми, ребята, Дота затупила и начала перезагружаться. Никуда не отпадайте вообще. Видел я эту Доту, ой, на поганом суку. Странно, 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 такого не было. Все, не переключайтесь, Дота уже запускается, совсем немножко, и сейчас вернемся, всего миллисекунду. Если что, держите на связи. Посыпалось, полилось в чат, все. Все, уже запускаем Доту, сильно не флеймите, не тупите. Это все не от меня зависит, развалилась Дота сама по себе. Странно, кстати, перемотка работала все время и без каких-либо проблем, но и тут раз, и вообще закрылось все, вышел компьютер посмотреть на рабочий стол. Так, все, возвращаемся в игру. В принципе, ничего толком мы не пропустили. 5-5 счет на данный момент. Я смотрю, тут вообще нижний лайн, конечно, в беде в полнейшей. Горец у нас проседает теперь от Брудмазер со всеми ее детьми. И обзор опять же здесь. У обзора все в порядке. У него 5-1. 5 фрагов сделала команда Балкан Бирс Корлеоне. Все 5 фрагов у Сайленсера. Этому парню вообще ни к чему фармить каких-то там крипов, еще какую-то ерунду. Его дело, в принципе, убивать людей. Ну, здесь в это время Тайтхантер умирает четвертый раз. Ноль-четыре-ноль. Все, картинка восстановилась. 0-4-0 идет у нас Тайтхантер. 5-6 счет на данный момент. Да, замануха полнейшая из... сплитом и с бродкастом, и совсем еще раз приношу извинения, на ранних этапах какой-то трешак дичайше происходит. Все, в принципе, все более-менее налажено, восстанавливаем матч. Команда Hellraisers вышла на первый Т1 по топу, упал. В это время Т2 уже горит у команды Hellraisers на нижнем лане. Тут Горец толком ничего против крипов сделать не может. И Падриния вообще, в принципе, фиолетово на Горца. Даже удивительно, как такое может быть. Но кентавр сыпется. 7-го левела кентавр, 8-го левела бруда. Бруда сгрызла очень быстро у нас один тавр. И догрызает теперь второй. Здесь, в общем-то, второй тавр в целости и сохранности стоит. На мид пока не перемещались у нас никто, кто планирует пушить. Ну и дальше, в общем-то, игра постепенно приостановилась. Пока у нас небольшая пауза по файтам. Давайте глянем, кто что уже к 11-й минуте у нас насуетил. У Акса, у Фониджи на миде. Счет 1-4-0, есть транквилы, до даггера еще 1000 голды. Рубик, 450 на руках после арканы у тролля. Тем временем появляется Мордип Маск, есть фейсбуцы, ну и уже практически собранная Яша. У Гадема тем временем имеется мека, можно уже масс-файты в полной мере организовывать. Ну и кентавр Варранер у нас пока что с Ring of Hells бегает. Ну и Транквилы вместе со Стаутшилдом будет выходить в Вангвард. Но опять у нас очень сильно проседает Кен по ХП, еще один Глейв летит в спину. Unstoppable для Ябзора. Как вообще это возможно? 6-6 счет. Всех, кого только можно, у нас убил уже Сайленсер. Осталось прийти, я не знаю, Артеза разобрать на топе. Единственный, наверное, до кого руки Сайленсера не дошли.
Давайте глянем, что по вещам у этого парня. У него есть Power Threads, есть Staff of Wizardry, 700 на руках. Все это также после урны. Ну и обзор просто крутейшим образом отыгрывает эту игру. Сразу буст жесточайший сделали по нему. Ну и тем временем Miracle у нас на топе забирает Акса. У Дазла один сапог 1300 сверху. У Бруды, которая, в общем-то, уже спушила и Т2, и Т1 на нижнем лайне. Появляется Power Threads, ну и здесь до Аквилы всего ничего. В это время у Миракла появляется Аганим. На 11 левеле Аганим для Миракла. В общем-то, нормальный тайминг, 12 минута, все более чем хорошо. На первом месте по Netwars у нас Миракл. На втором месте Подриньо на Бруде. Ну и Артес с Подриньо кое-как делит между собой вторую позицию, кое-как держится на плаву. В остальном команда Hellraisers практически в полном составе. Уже в нижней половине по Networks. У Enigma появляется Soul Ring и Мека. После нее 280 имеется. У Афонинджи на Аксе по-прежнему никакого даггера. И даггером пока не пахнет. Он только что умирал от Миракля в миде. Ну и Дред. Ну, Дред пока бомжи артефакты с собой носит. Собственно, насуетить где-то по вменяемым артефактов невозможно. Экшена как такового не было на топе. Тут, правда, Тайтхантер умирал, но опять же, это все делилось на всех. И Дред, если я не ошибаюсь, ни одного не застилил. Да, три ассиста у Дреда, фрагов не имеется. Пуф украл у нас Дред от Миракля. Ну что, команда Hellraisers на Рошане. Есть Эйданолы. Врывается у нас Подриньо спокойно под паутиной. Никто его не видит. Гадем, ловят у нас Ревич. Есть Блэк Холл. Миракль попадает в Блэк Холл. Дред у нас с Ревиджем после Блэк Холла еще навалил по горбу. Правда, некому бить. Нет здесь Акса. Очень далеко находится Афонинджи. Вот туда бы в Блэк Холл и туда бы также после Ревиджа. Все очень круто исполнили саппорты команды Hellraisers, но бить оказалось просто-напросто некому. Артес развалился сразу и после этого развалился еще и Дред. Ну, файт, конечно, за командой BBC плюс потерянный Рошан. Hellraisers, конечно, начинают уступать по золоту, как видите, 3 плюс и по экспириенсу 2 тоже плюс в пользу команды Балкан Бирс Корлеоне. Афонинджи отправился за даггером в лес. Иначе, я думаю, на карте ему ничего не светит. У обзора смертей... Нет, смертей после смерти от Рошана так и не было. 7-1-1 счет. Форстаф уже имеется, Power Threads имеется. 32 краденого интеллекта. Более, по-моему, чем до хрена. Не 32, по-моему, 16, да, если не ошибаюсь. Да, наверное. Так, Гаддем у нас срывается, поднимают Миракля. Миракль пока еще живет. Афонинджи в сайленсе. Глобал пошел от нас, Афонинджи сыпется. Не удается ему Квиллинг Блейд проюзать, как только закончился Сайленс. Афонинджи у нас уже оказался в таверне. Дреда тоже цепляют. Леви здесь под Грейвом. Его никак не забрать. 3 в 0. Балкан Бирс Корлеоне понесли команду Hellraisers. Вроде бы файты массовые были относительно удачными, но поодиночке, по частям, по каким-то кускам, то и обзор, то внизу, то на миде кого-нибудь отковырнет. Ну вот Hellraisers по деньгам и по опыту начали проседать. Теперь масс-файты, я думаю, действительно недопустимая роскошь для команды Hellraisers. Подриньо со своими тараканами, плюс Miracle сразу в четырех лицах, плюс и обзор. Ну, все потихоньку отковыряли по куску от Т2. Остается еще верхняя линия из внешних тауров для команды Hellraisers. Ну и Балкан Бирс Корлеоне, я думаю, чуть-чуть подфармят и отправятся на топ-лайн. В принципе, чего вообще сдавать обороты, если все хорошо получается. У Миракла после даггера еще 1100 на руках. У Ябзора на Сайленсере появляется Виталити Бустер. Собирается выход в Рот оф Атос. У Бруды тем временем 2900 на руках. Что у нас Бруда выйдет... Собственно, пока сказать сложно. Это может быть как бабочка, так и тот же элементарный Black King Bar. Лишним тоже здесь не будет. Ну, пока неизвестно. В принципе, можно выходить и в Monkey King Bar. Если Silence... Ну, Silence, я вижу, Orchid пока не собирает у нас под Ринью. Так бы уже Обливен Стаффы могли бы и попоявляться, но...
до сих пор не появляются. Думаю, можно будет и выделить мясы от тролля, собственно, собираться в МКБ. Ну, BBC вверху. Т1 уже сгрызли. Даже у Дазла достаточно денег на какие-то хотя бы и недорогие, но тем не менее артефакты. Со стороны команды Hellraisers тут по артефактам, честно говоря, толком беда. У Рубрика есть арканы, больше ничего. Дред пока не насобирал. У Акса наконец-то появляется Даггер. Оппонент же также 200 сверху. У Гаддема как была Мека и Солринг, так собственно и остались. Ничего сверху не капнуло. По графикам. 10 с плюсом BBC и 7500 по экспириенсу. Второй Т2 и последний внешний тауэр со стороны команды Hellraisers. Со стороны Балкан Берскарлёна только на топе отвалилась вышка, все остальные стоят на месте. Энигма отсюда улетает, драка не состоялась. Поймали у нас под Ринью. Афониджи... Да лучше бы бежать, наверное, Афониджи отсюда. В соло драться не получится, потому что команда BBC уже практически в полном составе рядом. Единственный, кто гуляет, это у нас... Хотя тоже и Miracle здесь. Это... Собственно, его копии по лесу фармят, но прекрасно понимаете, любой файт Miracle в полном составе будет... Даже звучит как-то нелепо. Miracle в полном составе будет в драке. Ну, к мипу это действительно применимо. Ну и пока пик команды BBC полностью себя оправдывает. 12-6 по фрагам и по таурам 6-1. Это, по-моему, великолепное преимущество. И реализация пика тоже на высоте оказалась. 12 с лишним преимущества по голде, по экспириенсу под восьмерку. У Артеса тем временем появляются начальные артефакты для Сэндж. Яша уже в стэше имеется, ну, совсем немного осталось. Дальше, я думаю, надо будет в какой-нибудь Black King Bar выходить, потому что Miracle Plost просто жизни не даст никому из игроков Hellraisers. У Акса 480, в курице ничего. Тоже по артефактам ничего, ну, неудивительно, потому что спуститься просто со своего хайграунда, это для команды... Hellraisers достаточно сложно. Кое-как горит здесь, барахтается на лоу-граунде. Так, провязали смоук у нас игроки команды Hellraisers. Под Ринью не видят здесь. Смоук спадает, все прекрасно поняли. Сразу же стампит и бежать отсюда в рассыпную. Это при том, что команда BBC была за 14 экранов от команды Hellraisers. У Массакри практически готов уже форстаф, осталось до рецепта насобирать. И у Дазла, ну у Дазла пока ничего нет. Войдстоун, я думаю, куда-то направится в какой-нибудь Юл. У Горца 730 на руках. До Вангварда осталось не так уж далеко, менее 400 у Дреда. Дреда 600 на руках, но все так же несчастный Ринко Фриген. Ну, сыпется команда HR. По золоту тоже ситуация не самая приятная. По экспириенсу, если не настолько ощутимо, то по золоту графики ползут и ползут вверх. И пока что останавливаться не собираются. И обзора поймали. Ну, теперь за всю жесть можно будет и обзору навалять. Забирает у нас тролль этот фраг. И 650 Артес поднимает за обидчика своей команды. И обзор действительно довел всех, мне кажется, до белого коленя со старта этого матча. На всех линиях, кроме топа, разве что. Поделал фраги в огромном количестве, ну, даже удивительно. Саппорт Сайленсер, который 8-2-2 идет. 20 минут позади. По графикам 14 тысяч за Балкан Берскарлеоне. По экспириенсу 8 тысяч тоже для них. Так, у нас Подриню здесь нашли, ну Подриню у нас на глифе стоит. Надо спускать его оттуда и разваливать с руки. Что с Дредом случилось? Почему Дред не смог его спустить? Ну, в принципе, и так должны развалить. Да, Дред у нас разваливает Подриню на хайграунде через фейтболт. Дред живи, чистейший хэштег на ваших экранах. Дред у нас улетает на лоу хп. На свой фонтан и команда Ашер хоть как-то, но отковыряла географическую часть, вот которая им должна принадлежать. Я имею в виду, конечно же, их половину. Хотя не всю, конечно, а половину половины. Вот этот участок, но, тем не менее, отковыряло. Все в паутине. Все, в общем-то, символизирует о доминации Брудмазер на данном лайне. Но, тем не менее,
Ашеры позволяют себе выходить и хоть что-то делать, хоть как-то реализовывать свои возможности. Миракл у нас здесь против Артеса сражается. Артес не по шансам вообще. Миракл просто фуловый. Просто фуловый. И доминейтинг уже для Миракля. Что у самого Мипо имеется? Да, в общем-то, достаточно круто собран у нас уже на данный момент Миракль. Есть Аганим, есть Ultimate Orb. 3800 на руках. Это означает, что, в принципе, Айо в Скаде уже готов. Или здесь будет, наверное... Да, здесь даже не Айо в Скаде. Здесь для Миракла прилетает Хекс. Скаде, видимо, на потом отложил у нас... Мипо Сайленс пошел. На лоу хп у нас здесь Афониджи. Дерется против Падриньо. Падриньо развалили. Афониджи должен выживать. Хоть каким-то образом уже готов дагер. Надо отсюда бежать как можно быстрее. Горец соло не решается сражаться, потому что в соло ты здесь не подерешься. Прилетает 1000 Мипо. И быстро разваливают Кентавра. Дред опять же здесь толком не подерется, потому что слишком много игроков команды BBC. Здесь одного Миракла слишком много. Unstoppable для Мипо на данный момент. 1600 по золоту зарабатывает BBC в этом файте. И теряет команда HR-409, которые действительно так нужны были. По золоту они и так плотнейшим образом проседают. Байбеки. Байбек есть у Афониджи. Будет ли он выкупаться? Нет. Наверное, нет. 16 секунд все-таки осталось. Но начинают гореть бараки. Возможно, есть смысл выкупиться у нас Аксу. Ворваться во всю эту толпу. Здесь есть Годдем. У Годдема есть ульта. Почему, собственно, ждать, пока упадут бараки? Непонятно. Миракла здесь пытаются поймать. Артес вроде бы зацепил. Миракл должен разваливаться. Разваливается у нас Миракл. Минуту его не будет. Ну, потеряли один барак. Остался только рейнджовый. Стампит проюзал у нас Кентавр. Зацепили здесь и обзора. Но теперь вчетвером у нас ковыряют Сайленсера. Дожили вообще. Что творится с дотой? Сделайте меня... Развидите это. Вчетвером приходится Сайленсера ковырять. Обычно такие ребята бегают где-то поодаль и просто глейвами стараются настреливать, чтобы их никто не замечал. А здесь столько чести, конечно, для обзора, но по факту он ее заслужил, потому что Сайленсер, который идет со счетом 9-3, Сайленсер, который не фармил совершенно, это, безусловно, круто. Так, у нас здесь Падриньо попадает в стан, хотя и Вижена у Горца не имеется. Дред вроде бы просветил Падриньо. Нет. По-моему, не достал. Да, не достал. Виженом по Брудмазер. Ну, тимфарм от команды Ашер. Плавно перетекает выход на Рошана. Здесь уже стоят тараканы. Никуда отсюда под линию не собирается. Стоит и фармит. Прилетает Миракл. Годдем. На землю Миднайт Пульс. Артес бьет. Все, собственно, готовы забирать Рошана. Нет. Команда Ашер отсюда уходит. Вижен... Ну, здесь Вижен, собственно, возможно, да, увидели кого-то во вражеском лесу, поняли, что драться пока что не по шансам. Но это действительно так. Разваливать пока что, мягко говоря, нечем. Те артефакты, которые надо было бы на дэмэдж вынести, Артес толком не вынес. У него 160 с руки, но его контролят очень и очень неплохо. Плюс, опять же, есть Грейв. Если Артес вопьется в какого-нибудь одного персонажа, там Грейв от Дазла бросается и... Заново разворачивайся, начинай бить следующего. У Афониджи появляется вангард и 870 сверху. У Дреда есть форстав. Подсейвить себя, товарищи, можно. У Энигмы появляется дагер 570 сверху для Годдема. У Тролля. У Тролля появляется два Ultimate Orb'а. У нас собирается Артес выйти в Скаде. Ну, команда BBC решила зайти по... нижнему лайну. Midnight Pulse закончится к моменту, когда BBC попытаются зайти. Да, так и получилось. Все под ультой Дазла, все очень неприятные. Пробивать не пойми вообще чем. Команда Ашер держится относительно далеко. Так, готов ли у нас врываться Энигма? Стампит проюзали, Энигма у нас врывается и Сайленс. Черт побери, Сайленс. Ульта, собственно, от Сайленсера. Здесь Горе сражается. Блэк Холл по пятерым. А с учетом Миракла по девятерым. Ну же, надо разваливать их к чертовой матери. Сыпется Миракл. У Миракла мало хп. Афонин же крутится как сумасшедший. Развалили у нас Миракла. Правда, это только потерянный Аегис. Но команда Ашер в составе 4 человек. Ну можно же закайтить его, а? Артес здесь сыпется. Артес бьет одного. Сражается один против пятерых. Пятерых чертовых Мираклей. И...
тем не менее, не вывозит. Miracle разваливает у нас еще и Кентавра. Ну и на последних секундах Энигма умудрился все-таки остановить этого сумасшедшего парня. По итогу этого файта, по золоту 2600 поднимает команда Шерет. При учете даже байбека и смерти Акса. Ну и здесь совсем немного, но BBC тоже остались в плюсе. Ну вот что хорошо, 8200 по опыту отковыряли. Но как второй раз драться против Miracle, непонятно. Он никуда отсюда не отправляется. Boots of Treble имеется у этого парня. Байбекнулся сразу же на хайграунд. Но то, что байбекнулся Miracle, уже приятно. Тем более, что сделать толком он ничего не смог. 21-16. Золото. 10 тысяч в пользу команды BBC. И по экспириенсу, да где-то 3, наверное, в пользу все тех же Балкан-Берскарлеона. Но что более приятно, это динамика. И движется она вниз, движется она в сторону Ашеров. У Артеса появляется Скади. У Дазла тем временем нарисовался Юл. Теперь и Дазла надо контролить и как-то ловить в Black Hole. Потому что Дазл, понятное дело, очень просто сбивает Black Hole до появления БКБ. Хотя очень скоро у Годдема должен быть уже Blacking Bar. Осталось всего лишь 400 с копейками до рецепта. Давайте по вещам пробежимся. У нас, в принципе, были интересные и затяжные файты. Ну и по золоту кто-то что-то довывез. После бабочки и Ogre Club у Падриньо появляется Ogre Club. Ну, собственно, да, в бабочку пошел, а после этого уже в Blacking Bar. У Miracle, где вообще, кого тут прокликать? У Miracle после выкупа 917 всего остается. По артефактам ничего нового. У Леви мы видели, уже имеется Юл. У Сайленса Рот оф Атос. После Рот оф Атоса что-то ведь должно быть. Нету и обзора ничего нет. Форстаф, Рот оф Атос, ну и Ultimate Orb тоже будет, собственно, во что-то его грейдить. Скорее всего, я думаю, какой-нибудь контроль по типу Хекса. В принципе, по деньгам не особо. У нас всю игру и обзор проседал. С другой стороны, немного доподрезали фарм и обзор. Уже наваливает не так жестко. Команда Ашер поплотнее стала. Ну, глянем. В принципе, гадать нет смысла. У Горца тем временем появляется Сенш. Возможно, ну, скорее всего, я думаю, выход в какую-нибудь алебарду, чтобы, например, ту же Брудмазер отправлять погулять на 3-4 секунды. Энигма собрал Black Hole. У Годдема теперь более-менее все в порядке. У Дреда Форстаф, у Дреда появляется Point Booster. И постепенно готовится выход в Аганим. Так, что у Акса? У Афонинджи, да в принципе ничего, кроме Ogre Club, после Вангуарда не появляется. По золоту опять графики поползли в сторону BBC. Ну все, потому что Ашеры просто-напросто зажаты на своем хайграунде. Здесь спускаться, в принципе, себе дороже. Любой из персонажей подходит сюда. И опять же есть Boots of Travel у нас у Miracle. Плюс Dagger. Прилетел сюда, ворвался через один экран в героя и пуфнул всеми своими друганами на голову любому вообще из персонажей. В соло, я думаю, сейчас а Miracle никто ничего рассказать не сможет. Ну, Годдем эйданулами чуть-чуть пытается лайн отковырять. В принципе, линии стоят. Да, здесь нет Т3, но бараки фуловые стоят. Здесь тоже рейнджевой барак сильно бит. Опять же, мидлейн рассыпался относительно давно, и особо на ход игры это не повлияло. Пушить сильнее BBC не стали. Ну и топ-лайн тоже стоит практически нетронутый. Сайленс у нас пошел общий. Так, напали у нас на Падриньо. Ну, Падриньо должны разваливать здесь. Black Hole у нас от Годдема. Стягивает он Леви вниз с глифа. Врывается на него Горец. Да что же такое? Вот, собственно, о чем я говорил. Дред забирает Грейв, и Годдема таким образом засейвил. Кентавр пошел у нас дальше гнать Леви. В Хекс отправили Горца. Горцу сложно, в принципе, тут сражаться. Закайтить есть чем. Врывается Miracle на Горца. Не дает просто топнуть. Просто не получается. Массакари ультанул у нас Дред. В ответку сразу же реведжем. Артес начинает наваливать. У Артеса лоу хп. Горит от урны. Развалился у нас Артес. Афонин же бежит очень битый. Дред нереально круто реализует своего Рубика. Но этого мало. Дэмэджа попросту нет.
неким бить. Нет ни одного персонажа, который бы мог бы наваливать нормально в Блэкхолле. Там реально при таком перефарме не могли развалить беднягу Брудмазер. Она 5 секунд в Блэкхолле, 4 точнее секунды в Блэкхолле у нас лапами дергала, стояли втроем, били, еле-еле заковыряли через 5-6 секунд после Блэкхолла. Это, конечно, провал полнейший. Годдем дает классные Блэкхоллы, но опять же, как и при Реведжах от Дреда на Рубике, толку никакого, потому что бить попросту некому. Ну, забрали Миракла, и то неплохо. У Миракла еще 2 минуты не будет байбека. Ну и потеряли, опять же, потеряли 3 кор-героев. Акс, Тролль-Варлорд и Кентавр. По золоту 14 тысяч в пользу команды BBC. По экспириенсу 8, где-то может даже, да, больше 8, где-то порядка 10 тысяч в пользу все тех же BBC. У обзора появляется Хекс. Сайленсер выфармливает себе Хекс. Как это вообще называется, я не понимаю. Ну, буст нереальный был для обзора. Теперь он даже не умирает в файтах. А если умирает, то по минимуму. Ну, жесть полнейшая. Полнейшая жесть. У нас Сайленсер решает вообще в игре, кому жить, кому умирать. Даже как-то удивительно на все это смотреть. У Годдема еще 50 секунд не будет ульты. Не будет также... Ну, Рубика 38 секунд до Реведжа. В принципе, еще один раз кастануть Дред успеет данный скилл. Ну, собираются вместе. Если что, подраться можно будет относительно одновременно. Откадешится что у Рубика, что и у Энигмы ульты. Там можно будет нормально разваливать. В это время Миракл заходит на хайграунд, перемещается на топ-линию. Годдем вынужден отправляться назад, но здесь... Артес, скорее всего, заберет Тауэр и тоже отправится назад. Афониджи уже отсюда улетает. Команда BBC немного сбавила темпы. Да, они выфармливают чужие леса, но при этом умудряются, собственно, теряют некое время, теряют некое свое преимущество. А шеры могут отковыряться. Давайте к золоту перейдем. У Миракля 20 тысяч общий нетворс. Имеется Boots of Travel, Blink Dagger, Sight of Vice, Ultimate Orb, видимо, в Скаде выход и Аганим. Тут уже, в общем-то, и собирать. Нечего больше и хотеть. Мираклю команда Ашер, если и понимает. Давайте глянем, понимает ли нет. Ашеры не понимают, где находятся их соперники. Ну, теперь, конечно, все прекрасно поняли. По Вижену ничего на Рошане не было, и заход не был виден Ашером. Так, теперь по Брудмазер. На втором месте по нетворсу. 17 тысяч уже насобирала. Есть Black King Bar, причем фуловый Black King Bar. Battle Fury. Есть также, ну, стандартные, в общем-то, начальные артефакты. Их даже в расчет брать не будем. Еще и сыр у нас у Падриня. Кто забрал Аегис, по-моему? Я знаю, кто забрал Аегис, да. В Миракле лежит у нас Аега. И теперь убивать его будет еще труднее. Ну и в прошлый раз, в принципе, сбили Аегис. Правда, после подъема Меркуль умудрился еще двоих с собой забрать. Вообще неприятный Мипо. Толком непонятно, как его контрить, что с ним делать. Собственно, контроля над ним как такового нет. 4 секунды он, правда, есть в Блэкхолле. Но опять же, повторюсь, опять же, тролль почему-то бьет очень слабо по Мипо. Ну а... Собственно, почему? 17 дефа и 2500 по хп. Вот поэтому тролль слабо и бьет по Мипарю. Масакари уже стоит в лесах и, я думаю, готов ворваться в команду Ашер. Есть уже Реведж. Реведж откатился. Даггер есть. Все, в принципе, есть. Так, Блэк Холл у нас пошел от Падриньо. Будет ли врыв от Масакари? Ябзор пока что. Ябзор у нас ульту может и не проюзать. Афониджи здесь всех собрал. Ябзор в Блэкхолле. Да умри же ты до того, как дашь Сайленс. Грейв у нас на Сайленсера. Ульта у Сайленсера не проюзана. Она, скорее всего, будет проюзана при заходе. Рассыпается у нас Годдем. Годдем сразу же выкупается. Дред тоже умирает. Команда BBC зашла уже на хайграунд. Афониджи сыпется. Здесь пуфами его, скорее всего, и... приговорят. Да, зацепили у нас Афониджи, он валится, кентавр врывается сюда, топает. Но нечем бить, опять же Грейв, чертов Грейв, ничего ты против него не сделаешь. Ультракилл у нас от Миракля, сбивают ему Аегис, пока что ГГ никто не пишет.
А Шеры дерутся. Артес срывается у нас на Миракля. Ну, надо разрезать. Разрезали пополам Миракля. Байбек сразу же. Куда ты полетишь? Где? Где вообще Миракль? Миракль у нас отправляется сразу же на миту. Теперь команде Ашер лучше бы подальше отправляться. Артеса ловят в сетку. Его форстафают отсюда. Артес, наверное, отсюда не уходит. Забирает у нас Дред. Ворует Энкор Смэш. Но это все бесполезно абсолютно. Кентавр топает. Просто армия хрен знает кого. Огромнейшее количество героев. Огромнейшее количество крипов. Сетки везде. Короче говоря, BBC сдоминировали невероятным образом. Задавили географически. Задавили по экономике. Да, я думаю, моралью, наверное, задавили, когда на миде разваливался покет, да я просто Афониджа. Жаль. Теперь Балканбер Скорлеона сравнивается по поинтам с командой Hellraisers. И можно сказать, что это заочно решающий матч на сегодняшний день, кто возглавит таблицу. Если побеждает Ашер, зарабатывает еще один поинт, то у них становится 7 очков, и они выходят на первое место. Пока что данные коллективы делят первую позицию. Ладно, у нас через пару, наверное, через пару минут начнется второй матч. Ждем, пока команды перезайдут, пока, если не сложно. Нажимайте follow под твичом. Стараемся стримить для вас лучшие матчи Join Dota MLG Pro League и не только. Пока что на повестке данный турнир. Ну и не забывайте заходить в группу ВКонтакте. Также вводы данного турнира на YouTube все находятся. Все, услышимся через пару минут. Пока что небольшой отдых, рекламная пауза, минутка. Музыка, графика, короче говоря, отдых для всех и каждого. Услышимся через пару минут.